Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание Lesson 13, урок 13, Exercise number 3, упражнение номер 3. Задание. Расскажи Билли о том, что есть в твоем портфеле. Так, давайте для начала вспомним название школьных принадлежностей. A pen – ручка. A pencil – карандаш. A rubber – ластик. A pencil box – пенал. A textbook – учебник. And a workbook – рабочая тетрадь. Для того, чтобы сказать, что у нас что-то есть или я что-то имею, мы говорим выражением have got. I have got. Для местоимений третьего лица мы говорим has got. I have got, у меня есть. Дальше перечисляем. A pen, у меня есть ручка. A pencil, карандаш. A rubber, ластик. A pencil box, пенал. A textbook, учебник. A workbook. Рабочая тетрадь. I have got a pen, a pencil, a rubber, a pencil box, a textbook, and a workbook. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.